Здравствуйте! Сегодня поговорим о ножах для вибрационных машинок Остер, в частности для 616. В комплекте у нее идет два ножа, два сменных ножевых блока, номер 1 и номер 4.0. Номер 1 это длина среза 2,4 либо 3 мм, два варианта бывают. И номер 4.0 это длина среза 0,1 мм либо 0,25 мм. Конструктивно они не отличаются, регулировка у них одинаковая, просто вот разная длина среза. Ну вот мы с вами посмотрим окантовочный нож, как настроить номер 4.0. Здесь он черного цвета, бывает обычный некрашенный металл без покрытия. Ножевой блок состоит из двух ножей, направляющей гребенки нижнего ножа и верхнего ножа, который, собственно, является ножом, который срезает волос. Главное правило при настройке, что у нас нож не должен вылезать за гребенку, да, что его зубчики подвижные не должны вылезать за неподвижную основу. Иначе, когда мы будем равнять клиента, окантовку делать, мы ему перепилим шею. Регулировка осуществляется довольно просто при помощи одного единственного инструмента, крестовой отвертки. Ослабляем два винта, полностью их откручивать не надо, и двигаем направляющий вперед-назад, пока не установим необходимую длину среза. Ослабили один, ослабили второй. И здесь мы видим, что у нас начинает свободно двигаться эта самая направляющая вперед-назад, вперед-назад. И мы можем выставить необходимую длину среза. Я обычно делаю это вручную, без всяких вспомогательных инструментов. То есть просто на глазок выставляем как можно ближе, но так, чтобы не выступали зубцы, как я уже говорил, дальше края гребенки, чтобы не резали кожу. После этого аккуратно подтягиваем один винт, второй винт, без усилия затягиваем. Подтянули немножко, посмотрели, что у нас не сбились, не перекосились зубцы. Если перекосились, то подправляем. Еще немножко подтягиваем. Смотрим, что у нас здесь не выходит ничего. Не вылезает вперед, не будет резать кожу. Смотрим, что здесь они достаточно близко расположены, что они стоят ровно, не криво. Если убедились, что все ровненько, затягиваем винты окончательно и можно пользоваться. Все, таким образом мы можем отрегулировать наш нож. Не обращайте внимания на надпись 0,25 либо 0,1 мм. Все это в большей степени зависит от регулировки ножа, который сделан на заводе, либо вами лично. Не ставьте слишком близко ножи. Опять же, при нажиме машинкой нож у нас немножко углубляется в кожу и, соответственно, подвижный нож будет касаться кожи, будет ее царапать. Поэтому не переусердствуйте. Ну, вот, пожалуй, и все настройки. На сегодня все. Пока-пока.